Всем доброго времени суток, дорогие друзья и любители видеоигр. С вами по-прежнему Александр и Джиггернаут. Здорово. Так, и сегодня мы будем играть в игру, как вы уже видите, Evolve. У нас прогружается новый матч. Да, мы решили все-таки еще раз попытать удачу и сыграть в роли охотников. Я сегодня буду играть за медик. Попробую в роли медика себя. Так, я получается за поддержку. Хэнк. Буду играть с Лимом, новым игроком какой-то. Жук какой-то мне. Так, Слим, да, я вижу как раз у тебя. Что интересно за босс будет опять? Я надеюсь, не этот. Не бегемот. Давайте какого-нибудь маленького нам, послабее, ёпт. Да, слабенького такого. Чтоб мы его зачмирить спокойно смогли, по-быстрому. Да. Так, трапер что-то долго выбирает там себе. Да и босс что-то ждет, наверное, пока трапер выберет, чтобы определить, какого именно босса брать под эту команду. Так, он вряд ли наш команду видит. Ну да, у тебя... Эту Сим у тебя получается это хиллер, да? Да, хил. Чё-то я так и думал, что будет Джек. Прикольно, у тебя будет. Я не думал, я не знаю, появится. Так, что монстр у него идет? Там жопа будет. Да, бери. Бери самого слабого. О, Голиаф. Так, ну это Голиаф. Посмотрим. Голиаф. Мы с Голиафом еще не дрались же. Голиаф, одни, да, ну, одни бегемоты он... были. Да, одни бегемоты. Надеюсь, нам призрак не попадется никогда. Там же всего три босса. Голиаф. Его на развитие не будем считать. Ну, я не знаю даже. Я знаю, там Голиаф, потом еще кто-то идет. Призрак. Бегемон. Ну да, бегемон. Вот. Исцеляющего трутня можно посылать с любого расстояния. Его лечение способно поднять даже вы. Так, доступна новая карта режима арена. О, нифига, мои жуки могут поднимать даже мертвых. Брокер хил. Ты как Silent Hill, мы здесь этот. Брокер хил. А? Не, ничего, уже проехали. Ты меня хорошо, да, слышишь? Не, ты опять прерываешься. Да, плоховато у нас. Значит, по всей планете разбросаны эти внушительные постройки. АЭС, гидроэлектростанции. А на самом деле это корабли роботы. Да, их собирают в центре. Они опускаются сюда, исследуют поверхность и находят место для приземления. После этого могут полноценно работать даже с неполными вами. Столько мест, и в каждом из них по-прежнему находится двигатель Паттерсона. О, как-то я странно появился, если честно говоря. В смысле? А я вижу, ты уже внизу. Как так? Я не знаю, честно говоря. А вы где сами? А, вот. Я нормально, да, передвигаю? Не без всяких лагов? Я не знаю. Валим и тварь. Только надеюсь... А, это не босс, да? Это не. Вы там уже разгрызли? Отчили его? Ой, вы уже жизни потеряли. Пошел. Марков, рад! Да нам бежать отсюда надо. Что мы здесь так оживим? Ой, окончен, все самое интересное прошло мимо тебя. Наживаем. Ты тут бой. Ой, не начинался. А это что за... Это что такое? Чё?
Синий лучше? Что я вам... Не, вот сейчас ты где? Что я тебе даю? Скажи. Это щит, щит. А, я... Когда ты меня вот так щитом делаешь, я не получаю урона. Вроде бы а, так. Понял. У меня жук за тобой летает, хилит. Это замечательно. Этот жук даже может мертвую поднять. А, я слышал, что ты там в описании говорил. Исцеляющий трутень ветеран у меня уже стал. Повысился. Да, ну босс далеко ушел, главное, чтобы он до второго уровня не прокачался. А где у нас ищейка, блядь? Так, тут... А, не знаю. У нас ищейка какой-то... Какой-то тупой получается. Уничтожить! Я не знаю. Второй уровень уже был. О, он уже второй. Да, от этого охотника пользы нету. А? От этого охотника пользы нету, от этого самого Джека. Вон я следы вижу. А ты сам себя отхилить можешь? Я не знаю. Кто там опять дохнет? Так, как он так умирает, а? Я не знаю. Чаще сдохнет. Да он внизу, внизу вроде бы. Ну я вижу следы Голиафа. Да, теперь у нас проблемы не с Голиафом, а с самим этим Джеком. Аптис мы видим, видим, ну... Ты следы видишь, Голиафа? Ау! Да не, не вижу. У меня Джек постоянно дохнет, задолбал. А, ясно. Не, здесь нас уже точно выиграют. Да, да нас не выиграют, нас поимедись во все эти. Да, щели, блядь. Третий уровень. О, уже. Третий уже. Третий уровень. Готовь. Опять сдох, что ли? Кто там сдох? Получили мы этот я тут бонус. Обнаружил редкий экземпляр. Что такое бонус получили мы, да толку от этого бонуса, сдохнем мы и все умрем. Так. Ну, куда нам нужно собственно идти? Да он сдолбал нас бегать до сюда. О, здесь я следы вижу. Разве он не красавец? О, блять, он следит, ёпты. Нашли, дай вы его. Я нашел один, и сейчас я сдохну, блять. Иду, иду, иду. Щит накидывайте.
О, я не могу сюда зайти, кто-то щит поставил. Ты через щит можешь пройти, ёпта. Поднимите меня. Я внизу. Иду, иду, иду. Все. Поздно. Вот и все. Нормально. У меня еще жук за кем-то из вас летает. А ты, собственно, сам уже умер, да? Сам, да. О боже, я не хочу, чтобы у меня прилетел гигантский валун. Так, получается, у нас только двое осталось, меня да? О-о-о. Не, держись пока. Прячься лучше. Я вот то же самое думаю. Вон он был там, вон там был. Беги! За тебя он. Вниз, можешь идти, Шин? Не могу. Ну, сейчас он тебя взорвал. Да все, сейчас. Сдохнешь. Да, нормально так подрались. Что за фигня такая? Не знаю, где фигня. Да. Поиграли, называется. Да. А у нас охотник плохой был. Долго искали. Да и то я нашел его. Он тебя нашел, наверное, скорее всего, не ты. Не, я пришел, я по следам шел, и он там сидит такой в этой, в комнате прижатый такой. Пиздец. Да. Че, давай закончим на этом видео. Да, скорее всего, да. Кому? С напарником. Да. Непруха. Да. Ну что ж, кому понравилось наше видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока.